Роман Абрамович полностью продал принадлежащие ему акции Первого канала. Контроль за телеканалом принадлежит государству, а Абрамович стал акционером Первого после покупки акций у Бориса Березовского почти 20 лет назад. Речь шла о 49% акций, он их потом начал продавать, и последние 20% акций компании ОРТ-КБ, принадлежащие Абрамовичу, были выкуплены инвестиционным подразделением Российского государственного банка ВТБ. И сейчас с нами на прямой линии связи моя коллега Ольга Шамина. Оль, приветствую тебя. А понятно, почему Роман Абрамович решил продать эти акции? Ведь он, собственно, не владел контрольным пакетом. Это был такой способ, я так понимаю, просто зарабатывать или просто каким-то образом, не знаю, оказывать влияние. Почему пришлось ему избавиться от этого? Приветствую. Во-первых, стоит сказать, что ни сам Роман Абрамович, ни его представитель не прокомментировали никак мотивы, почему он это сделал. Представитель Абрамовича лишь подтвердил, что сам факт сделки имел место. Мы там поговорили с несколькими аналитиками, которые внимательно следят за Первым каналом, за доходами компании, его структуры владельцев. Они считают, что, собственно, это именно бизнес-сделка. Собственно, у Абрамовича действительно не было контрольного пакета. Сам актив они оценивают 170-210 миллионов долларов. И это достаточно большая сумма, которую он мог выручить от продажи этих акций. И, соответственно, он может их вложить во что-то еще. То есть это какая-то часть его бизнес-стратегии. Банк ВТБ также подробно не объяснял, почему он тоже решил купить Первый канал. В самом банке заявили, что это также часть их стратегии. Они вкладывают в медиа активы. А Первый канал выглядит привлекательно. У него большая аудитория, достаточно хорошие финансовые показатели. В целом это такой привлекательный актив для ВТБ. Я, насколько понимаю, ранее Абрамович продавал акции Первого канала из-за того, что был принят закон о СМИ, по которому иностранные граждане, а у Абрамовича, как известно, уже есть израильский паспорт, да, не могут владеть больше 20% СМИ. То есть вот сейчас как бы у него 20% осталось, и вот он избавился от этого последнего пакета, хотя этого не требовал закон, правда ведь? Да, действительно так. То есть он летом 2018 года, до лета 2018 года у него было 24% акций. И, соответственно, вот летом он продал вот эти 4, потому что, согласно закону о СМИ, иностранец не может владеть более чем 20% вот этой вот российского СМИ. Поэтому, вот, собственно, он был вынужден продать их. Но до этого, до 2010 года у него было 49% акций. Он их продал Национальной медиагруппе. Это структура, которую контролирует Банк России, Юрия Ковальчука, он входит в ближайший круг Путина. Но тогда тоже не очень было понятно, почему он это сделал. Хочется сказать, что вообще довольно интересная история, как акции Первого канала попали к Абрамовичу. Собственно, это произошло в 2001 году. Тогда он выкупил 49% ОРТ, тогда именно так назывался Первый канал, у Бориса Березовского. Собственно, это известный российский олигарх. И они долгое время с Абрамовичем были партнерами. И позже именно вот эта сделка стала одной из причин, почему Березовский подал в лондонский суд на Абрамовича. Это дело слушалось в 2011-2012 годах. И, собственно, тогда Березовский говорил, что он был вынужден продать вот этот пакет, акции Первого канала, Абрамовичу под давлением. А бывший глава администрации президента Александр Волошин свидетельствовал в лондонском суде, об этом передают СМИ, о том, что у Березовского и Путина была личная встреча, достаточно короткая, примерно 5 минут, на которой Путин, который тогда был всего лишь год президентом России, просил Березовского отдать вот этот контрольный пакет и не вмешиваться в дела канала. И, собственно, Березовский пытался у Абрамовича отсудить 5,5 миллиардов долларов за то, что вот он под таким давлением продал ему активы.